Выстрелы раздаются на окраине Парижа и сегодня, как сообщает наш корреспондент Елена Минкевич. В ходе стрельбы ранены двое стражей порядка. Причины выясняются. Связан ли этот случай с нападением на штаб-квартиру сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», пока не ясно. Министр внутренних дел Бернар Казнё заявил, что личность стрелявшего установлена. Это 52-летний мужчина. Он скрылся, но министр заявил о скорой его поимке.